Ну что, прокатимся? Удачно, что у меня в кармане запасные трусы лежат. Почти чистые, я бы сказал. По-другому никак, я все-таки джентльмен. Yeah.
Ты захватил центр, Квик? Отлично. Пока ты еще там, поищи чизбургера. Судя по всему, он сбежал из центра, попутно прикончив пару святош. Илай очень любил этого мишку. Тебя теперь все знают. Ты герой. Чуть не окочурился. Как же тухо. Что-то я нервничаю. Хорошие новости. Еще партия судей в пути. Скоро будут у вас. Отличная стая, но поосторожнее с пятым номером. Она просто зверь. Чуть руку мне не оттяпала, когда я вкалывал сыворотку. Она станет отличным судьей. Чизбургер сбежал. Надеюсь, чизбургер вернется сюда, рассекатор. Да отмывайся же! Я справлюсь. Надо приготовиться. Стреляй! Что происходит? Вот они! Рада встрече, приятель. Йоу, чел! Привет, ковбой! Господи, коли нас к такой херне не готовили. Правда, я не думал. Вот как раз тот, кто мне нужен. Слышишь, что ты все еще можешь трепаться. Хорошо, что мы спасли этих волков от эдемщиков. Теперь им ничто не грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю чеда. Но из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми чизбургеру лососей, и ты покоришь его сердце. Ого! Охренеть! Тоже мне центр был. Это Уэйд из центра. Four, three,
побывал на этой планете. Но только в Америке можно воткнуть флаг в землю и сказать, сейчас тут будет цирк уродов. Обожаю эту страну. Тебе скучал, пока путешествовал. О, как это мило. Спасибо, брат. Похоже, с одним ультразвуковым маяком покончено. С их помощью сектанты приманивают и ловят волков. Попытайся избавиться от остальных. Чизбургеры видели около магазина стройматериалов Лимеро. Прихватил лосося.
только ему пришлось делать новое лицо. Новая морда. Оно бы и неплохо, но не таким способом. Хватит трепаться. Кажется, тут кто-то есть. Перемещающийся с точки А в точку Б. Или наоборот. Думали, разрулим все языком? Ага. Фиг. Случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот мохнатый малыш у тебя с рук есть будет, вот увидишь.
что, прокатимся?